До того, как все народные симпатии переключились на башню Милад, башня Азади считалась символом Тегерана и прекрасным примером иранской архитектуры. Башня Азади, которая переводится как «Башня Свободы», бывшая когда-то главным символом Тегерана, столицы Ирана, расположена на главной дороге, ведущей в город. Башня была построена в 1971 году по проекту иранского архитектора Хосейна Аманата. Строительство башни велось непрерывно на протяжении 30 месяцев. Башня является символом возрождения страны. Сейчас башня привлекает к себе внимание в качестве одной из туристических достопримечательностей Тегерана. Это сооружение расположено на площади Азади, площадью 50 тысяч квадратных метров. Площадь Азади считается крупнейшей в Тегеране и является второй по величине площадью страны после площади Накша-Джахан в Исфахане. Овальная арка башни с ориентацией восток-запад символизирует эпоху сасанидов, а купольный свод в форме павлиньего хвоста является символом архитектуры исламского периода. Архитектурный стиль этого величественного строения представляет собой сочетание архитектур сасанидского и исламского периодов. Башня высотой 50 метров целиком покрыта белым мрамором. Башня Азади имеет 4 этажа, 4 лифта и 286 ступеней. Подняться на вершину башни не так просто. Сначала лифт поднимает вас на второй этаж. Там вам придется пересесть на другой лифт, чтобы добраться до последнего четвертого этажа. Потрясающий вид открывается на запад Тегерана с вершины башни. Четвертый этаж по всему периметру украшен оконными проемами, напоминающими пчелиные соты. На высоте около 40 метров находится платформа, с которой открывается вид на близлежащие улицы. В центре платформы находится фигура, напоминающая минарет. Башня Азади также считается культурным центром, поскольку в ней расположены библиотека, музей и несколько художественных галерей. На подземном этаже башни расположился музей камня. В экспозиции музея представлены различные виды камней и каменных статуэток. Некоторые из которых считаются ценнейшими в мире изделиями из камня.